Ой, холодно так сегодня. Очень холодно. Снега навалило, просто целые сугробы. Можно снеговиков купить. Так, где ключи? Заходи. Вызывали. Чем ты говоришь? Домой придем, тепло будет, говорю. Да. Ну, а ты погоду не поймешь. Так, мы в магазине все купили? Вроде да. Так, а яйца купили? Ну, яиц у нас полный холодильник, я думаю, вряд ли они нам так, нужны. Хлеб, яйца все купили? Да. Ничего не забыли, точно? Точно. А то мама ругаться будет. Да. Так, что, сегодня на танцы ходила? Ходила. Молодец. В школу ходила? Ходила. Оценки получила? Да. Какие? 5 по математике, 4 по истории. Двойки есть? По информатике. По информатике двойка, Оля? Да. В смысле, как так двойка? Зачем мы тебя репетитора нанимали? Я не понимаю я эту информатику. Ладно, дома поговорим. Быстрее дверь. Чего? Дверь быстрее открывай. Открываю, открываю. Вот, подожди, мама звонит. Чего? Че ей надо? Да мы уже вот в квартиру заходим с папой. Че такое? Что? Че такое? Поняла, окей. Че она сказала? Она сказала, что мы яйца забыли купить. Яйца забыли купить? Пошли в магазин за подожди, яйца. Я сумки положу сначала. Нет, не ходи туда. Почему? Мама тебя без яиц домой не пустит. В смысле без яиц не пустит? Почему? И так, не пустит. Так, а что здесь происходит? Жень, я не вижу, а где яйца? В смысле, где яйца? У нас целый холодильник яиц, что ты мне здесь где лечишь? Где яйца, Жень? В смысле, где яйца? Так, а кто там в комнате? Жень, пойдем с тобой поговорим. О чем? Нам не о чем разговаривать. Нам не о чем поговорить. Нам не о чем больше разговаривать. Так, пусти меня. Пошли в магазин сходим. В какой магазин? Пусти меня, я тебе сказал. Мы яйца забыли купить. Ушла с дороги, я тебе сказал. Это что такое? Жень, господи, это не то, что ты подумал. А что это Жень, такое? Жень, это не то, что ты подумал. Что это такое? Сюрприз! Мы решили, тебя разыграть. Да? Что это за розыгрыши у вас такие, а? Поднять тебе настроение после конечно рабочего дня. Ничего себе, подняли настроение после рабочего дня. Это папа, что такое? Да. Папа, ты что, не рад, что ли? Нет, Оленька, не рад я таким сюрпризом. Вот делай тебе сюрприз, а ты не рад. Конечно, это что такое? Любовника они здесь завели. Тогда? Так, вон, все, тигр, я на вас обиделся, отойдите. Папа, не обижайся, извините, пожалуйста. Ничего. Ну, папа. Что ты обиделся? Ну, не обижайся, пожалуйста. Ну, пойдем. Ну, смешно же. Очень смешно, что-то я не смеюсь. Папа, хочешь мы тебе приятный сюрприз устроим? Какой приятный сюрприз после такого вы мне можете устроить? Ну ты пойдем. Мы увидеть тебе купим машину новую. Да, конечно, машину они мне купят. А почему нет? Серьезно, машину купите? Да. Серьезно, машину купите? Так, смотри, скоро Новый год. Так вот. Да, подарок к Новому году тебе. Серьезно? Ну, тогда я на вас... Я тут лотерею на миллион выиграла, так что и машину купим. А почему я не знаю о том, что ты лотерею выиграла на миллион? Это же сюрприз. Папа, ты не все должен знать. В смысле, еще один сюрприз? Я почему не знал об этом сюрпризе? Объясните мне. Холодильник новый купим, и плиту, и кухню новую купим. А почему я об этом не знал? Ты когда выиграла? Неважно. Когда ты выиграла, я тебя спрашиваю. Ну, в ноябре где-то, наверное. Чего? А ты знала об этом? Знала. В смысле, а почему я не знал? Это мы тебе сюрприз готовили. Сюрприз. Какой сюрприз? Она выиграла в лотерею миллион. Почему отец об этом не знал? Вообще-то 5 миллионов. Чего? Да. Мы тут нуждаемся, значит, в деньгах, в еде. Вы не рассказываете, что она лотерею выиграла? Папа, это мои деньги. Я хочу сделать с ними то, что я захочу. Дочка поделилась, она. Ну вот что? А, вот. Почему? Мы хотели... Я тебе машину тебе на эти деньги куплю новую. Поехали прямо сейчас, покупай машину. Поехали. Поехали. Все. Собирайтесь, а мы сейчас едем. А не уже 11 часов вечера, уже все центры закрыты. Ничего, найдем центр, который открыт будет. Так, одевайтесь. Я пошла собираться. И я тоже. Машину они мне купят. Ну, посмотрим, какую они машину мне купят. Ты чего стоишь-то? Собирайся, поехали. Так я одетый. Ты пошли. Все, поехали. Мы едем. Едем, давайте, все. Едем, едем. Все, пойдем.
Я готова. А потом купим еще квартиру новую. Квартиру? Да. У тебя денег-то хватит? Конечно. Я выиграла 10 миллионов. В смысле, ты же сказала, 5 миллионов выиграла. Вообще не надо было одеваться? Надо. Поехали. Пап, на 10 миллионов мы купим тебе тусы. Оль, что мы серьезно едем машину покупать? Я похоже на то, что я шучу. Да, похоже, что вы шутите. Нет никаких шуток. Но мы реально едем за машиной. Вы меня сейчас разыграли один раз, еще хотите разыграть? Нет, пап, без шуток. Мы тебе едем покупать Бэху. Бэху? Вообще-то я Мерси люблю. Мало что ты хочешь. А покупим Бэху. В смысле, я хочу Мерс, Оля. Ну ладно, поедем за Мерсом, так уж и быть, да? Да вы меня разыгрываете, ну, наверное, опять. Да вы меня разыгрываете, наверное, опять. Да не разыгрываем, Жень, все. Давай. Серьезно, не разыгрываете? Пап, похоже на то, что мы тебя разыгрываем. Ну, вообще-то да. Разыгрывали меня в лотерее, когда я пыталась выиграть миллион. А сейчас я тебя не разыгрываю, ясно? А куда мы мою машину денем? На свалку сдадим. На свалку сдадим? Да, либо купим ей гараж. Мы не отдадим ее. Тебе, ну ладно, раз мы Мерс покупаем, я тебе отдам машину. Я покатаюсь, наиграюсь, тебе отдам, а ты мне свой Мерс. У меня будет одно условие. Какое еще условие у тебя может быть? Ты меня никогда не будешь ругать за оценки. За оценки? Да, можешь в школу не ходить даже после такого. Ой, спасибо, нахрен мне эту школу сдалась вообще. Как она получит? А зачем ей образование? У нее 10 миллионов рублей есть. Да? На эти 10 миллионов рублей можно всю жизнь жить. Долларов, давайте, пойдемте быстрее, это уже. 10 миллионов, это слишком скучно. Я-то выиграла 10 миллионов долларов. В смысле, долларов ты выиграла? Ты же сказала 10 миллионов. Подожди, я запуталась. Евро. Евро? Да. Ты серьезно выиграла 10 миллионов евро? Я знала. Ты не знала? Нет. Оля, отдай-ка мне сейчас миллиончик хотя бы, а? А, и матери два. Оля, ты своим родителям деньги-то отдашь? Не знаю, как думаю. Оля, давай ты мне отдашь. Я сначала машину куплю. Ладно, давайте сначала машину купим. А то моя уже какая-то дряхлая стала. Пап, скоро ты будешь ездить на новой машине. Я надеюсь, а то меня это уже надоело. Просто солнце, день чудесный. Что-то приятное, кошка летит. На новой тачке будем, да? Я буду по тебе спутить. Да, открытый, не хочешь? Нет. Она закрыта изнутри. У меня сломано здесь все. Почему мы новую едем покупать-то машину? Значит, и мне купим. Так, давайте это ТикТок мой напишем. Надо Инстаграм, конечно, было написать. Ой, это S. Ладно. Короче, мой ТикТок вы найдете, откуда вы пришли сюда. Да. Просто здравствуй, просто как дела, наверное. Когда выиграла миллион в лотерею, 10 миллионов долларов. Точно ли она выиграла? Сейчас проверим. Ой, машина открыта была. У меня что-то затупил ключ. Мама, садись. Все, за новой тачкой едем. За новой тачкой. Ну, поехали за новой тачкой. Папа, как ты поедешь? У тебя же окно все замело. Иди чисти. Блин. Иди чисти давай. Дай мне чистилку тогда. На. На чистилку. Иди чисти. Это, конечно, все граблями. Ой, этими граблями. Как это называется? Дворниками бы все убралось. Но мы дождь запрягли. Садись уже в машину.